Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из самых почитаемых и интересных видов спорта – лыжных гонках. Стало известно, что российский лыжник Сергей Устюгов и дальше будет работать в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера. В прошлом сезоне занял лишь 8-е место в общем зачете Кубка мира, поэтому глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что лыжнику нужно сменить тренера. Маркус Крамер не послушал наставления Вяльбе, посчитав, что Устюгов должен оставаться там, где тренируется последних 4 года. Об этом специалист и лыжник общались, когда оба находились в Канаде. «Я знаю, что Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники Александр Башунов и Сергей Устюгов тренировались вместе. Но мне кажется, что этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они очень сильно отличаются характерами», – сказал специалист. Крамер подчеркнул, что и Большунов, и Устюгов уважают друг друга, хотя их нельзя назвать лучшими друзьями. «Для работы в группе важно дружеское отношение, поэтому личный состав останется прежним. Изменения, по словам Крамера, будут незначительными». Да, как говорится, истина где-то рядом. С одной стороны, права Елена Вяльбе, которая считает, что Устюгову надо сменить тренера, а с другой стороны, прав Крамер. Большунов и Устюгов совершенно разные спортсмены. Возможно, им тренироваться будет вместе намного сложнее. Как говорится, время покажет. Всем лыжникам мы желаем здоровья и ждем от них новых побед в следующем сезоне. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!